Ой, он слабенький. А ладно, ошибся. Я замочил на изи что. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Killer. Скажи крутые добрый слова. Вечер. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня жесткая война. Поэтому будем максимально осторожно играть и выхватывать, где он ходит. А ну иди сюда, где ты тут? Здрасте. А где ты? О, вижу. Для начала, знаете, как первый левел, очень легкий режим, очень. Потом будем усложнять поэтому и посмотрим. Я буду поддаваться. Не, играй на всю силу. Ты чё, не надо поддаваться. На всю силу играй, ну, насколько... как хочешь. Хорошо, да, я согласен. Ой. Ребята, ждите тот момент, когда у него жопка будет пригорать. Я посмотрю на его лицо. Ай, надейся, только тебе предстоит понадеяться. Так, надо быть очень внимательным. Да я видел, ты там на крыше. Так, ребята, я его что-то не наблю... Ах ты, ты чем стрельнул? Чем-то. Снайперкой? Играя на всю силу. Играя на всю силу. Скажешь. Я прям хочу, чтобы ты прям жестко играл, очень жестко. То есть ты хочешь увидеть весь мой талант, который я накопил в квесточке? Да, конечно, да. Конечно же, там не было такого дробовика, но все же. Ну да, ты все равно классно играй. На всю силу, я прям хочу, чтобы ты вообще жестко-жестко. Надо потом все-таки переключить горячую клавишу, для того, чтобы я мог спокойно играть. И я тебе покажу всю мою мощь. А вот теперь ты уже не такой умный, потому что ты по мне просто не попадешь. Молодец, красава. Только есть одна маленькая ошибочка, я в тебя вселился. Там не показывал экран смерти. Ну что, смотрите, как делается очень красивая битва. А, ты вот так решил, да? Знаешь, этим оружием надо уметь стрелять сдалека в маленькие объекты. Смотрите, как мы можем классно ныкаться, потому что чужой все-таки имеет свойство маскировки. Угу. Насколько... Хотя говорит, что вроде возьмешь хэдкрабов, Димас. А я буду хэдкрабов тоже брать, но ты их быстро убиваешь. Ну да, ты хочешь еще с хэдкрабом повоевать, но он очень медленный. Ты быстро убиваешь его. Давайте попробуем. Да, ладно. Давай. Смотри, какой. Давай, повоюми. Ты меня сейчас сразу замочишь. Я же специально тогда, пожалуй, возьму пистолет. Давай. Специально из снайперских. Нифига себе! Ты что там, АВП это взял? Это из класса снайперки. О, угу. Понял. Тут даже, если честно, не показывает прицел, но все равно попал. Бан, ну чё, быстрый зомби. Смена оружия на минимальную. А чё я не могу атаковать? Это зомби не атакующий. Ну блин, какой-то... Ну не атаку... не атаку... Блин, это просто было ниже камеру делать, а я высоко смотрел. Короче, начинаем по новой. Так, сейчас. Не, давай все-таки против чужого. Мне кажется, я только знаешь, кого возьму? Я возьму червячка. Ладно. А где ты? Стоп, а можешь мне просто куснуть за это грудолома? Хочу узнать, какой дамаг. Сейчас. Ой, он слабенький. А ладно, ошибся. Я замочил на изи что. Ну что, ребята? Пытаемся и начинаем. Конечно, давай, покажи вещи. Пошел. Внимательно чекаем, что он делает. Так, с дробашом возле стены ходит. Отходит дальше. Куда-то смотрит, странное место. Блин, красава. Вычислил меня, что я там сижу. Ну так потому что вот я вот тоже пользовался, если честно, некоторыми такими фишками, чтобы вот типа от третьего лица. Пользовался, ну, в некоторых играх. А, ты видел? Я думал, ты меня не видишь. Сердце.
Хорошо. Давай, вот против этого вообще тяжело воевать. Это вызов, это вызов. Это, да, это прям, знаете, это прям жесткий персонаж. Ай, как рядом было. Да, это было рядом. Блин, я не могу попасть, ребят. Так же... Ладно, поздравляю, попал. Тварь. Я в твои кишки ем. Еще мне грудь сломал. Ну а что ж делать? Кому сейчас легко? Да походу разберемся. Вспомнил там музыку тогда слышал в машине дедушкин. Так, ребята, внимательно чекаем, где он находится. И мочим. Не переживай, я буду ко всему готов. Даже к твоему новому ноу-клипу. Ты меня слышишь? Да, есть немного. Или не слышишь, как я бегаю возле тебя? Ха-ха, я возле... Я возле тебя бегаю. Не вижу. Этот звук, это слышишь? А ты знаешь, откуда он издается? От тебя, да? Ай, немного запинговало. Черт, пинг. Я люблю эти пинги. Мое мастерство всегда ломает пинги. Давай, давай, покажи, покажи. Я ни разу не попал еще. Отлично, поймал. Отлично. Даже не буду использовать... Посмотри на мой труп, посмотри на мой труп. Просто бедняга, вот просто упал и сейчас плачет, закрыв одной рукой. Ладно, ладно, не буду залазить в вентиляцию. Короче, со скольки раз ты убьешь чужого, когда не буду регенить себе жизни. Посмотрим. Жесткая ПВП, один человек против настоящего чужого, который очень злой и хочет жрать. Я даже оружие не успел купить. А, ты покупал оружие, извини. Да ничего такого, подумаешь. Ничего личного. Просто бизнес. Ладно. Прикольный звук издает. Добрый вечер. Может быть, выйдите из дома погулять? А ты меня увидел, да? Да, несколько раз. Ты а это... Вася выйдет. Вася выйдет, и Вася уже бежит. Отлично. Я думал, ты оружие какие-то жестче будешь брать, а ты какие-то оружие слабо берешь. Говори, используй весь свой скилл, он берет какие-то пульки голимые. Ах, поверь, в кэсочке я хорошо играю за снайпера. О, попал. Отлично. Ай, хорошо, буду в притирку подбегать, сдалека не буду лупашить. Интересно, как ты тогда поговоришь про этого дружка? Кто такой? Да, дружок, дружок такой. По имени Мини. Да? А я тебя не вижу, где ты? Я у друга Гана. Ган это друг Мини. Давай. Мини-Гана равно Мини-Ган. Я понял. Ай, я даже забыл то, что у него слишком это жесткое отбрасывание. Да, ну ты мне, кстати, жизни хорошо вынес. У меня уже 749. Поэтому ты вообще, это самое больше ты всего ты вынес со всех дуэлей. Ну, хорошо. Давай, давай, покажи. Я надеюсь, ты сможешь меня убить. Ох, я-то как надеюсь на крупную дичь. Моя цель — подпустить его максимально близко к себе. Ой, блин, не ту кнопку нажал. Слушай, я могу использовать только один тип оружия, или я могу со временем менять? Менять можешь, можешь любую оружку брать. Любую оружку... Не, я пытался, я не этот... Я не залез в вентиляцию, то я не ту кнопку нажал. Можешь брать любую оружку, покажи все вещи, которые ты умеешь. Ну,
сейчас покажем. Сейчас покажем. Так, оббегаем. Оббегаем. Эй, это что за оружие? Гранатомет, 8, что ли? Это М79ГЛ. Ты им пользоваться умеешь? Ты знаешь, что ты сам себя сейчас убьешь? Ну, давай, стреляй. Он... сам себя убил. Я знал, что так будет. Он с первого раза он что-то не решился стрелять. Да? Ну, наверное, ты заочковал. Ого. Прекращай так стрелять. Ты же можешь меня убить. Этот звук слышно? Я надеюсь на это. Хорошо, думаешь, ты на меня охотишься? Это я на тебя охочусь. Или это я на тебя? Ага. А ты где? Слышь, ты? Я на твоем месте, но только с другой стороны. На каком моем месте? Да спереди тебя. Ну вот так вот. 370 жизней. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. А я-то как в себя верю. Ого, и то попал, представляете? Че, из дома выходить будем? А ты заходи в ворота. Ай. Это смел. Ворота. Прям снайпер какой-то. Ну? А, ты на том же месте появляешься? Хорошо, мы тебя еще раз сожрем. У меня 166 жизней. Это прям какой-то SCP-166. А, отвали! Пулеметчик! Я, конечно же, больше всего с ХВП тащу, но сегодня, видать, мне придется использовать... Да блин! ...классное оружие. Я так хотел быстро опять на тебя налететь и сожрать, но не получилось. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Вам всем отличного настроения и всем пока! Удачного дня!